Константин Даладов – многодетный отец. Вместе с супругой они воспитывают 5 сыновей. На родительские чтения «Мастерская современных отцов», которые прошли сегодня в Самаре, он пришел перенять опыт других родителей и поделиться своим. У нас жесткая дисциплина, четкое воспитание. Мы воспитываем однозначно мужчин. Мужчин, защитников, мужчин-патриотов. В общем-то, это ключевые ценности – любовь к родине, любовь к семье, любовь к близким. Она передается от родителей. Родительские чтения проходят 5 раз. Их организует комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа. На них приглашают многодетные семьи, родители приемных детей, а также тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями. В этом году на чтение пришли не только мамы, но и отцы. Роль отца настолько велика, что ни один человек не может дать подрастающему ребенку, будь то девочка, будь то мальчик, дать того, что не даст ни один человек. То есть ни одно воспитание не может строиться без отцовского влияния, без отцовского воспитания. На тематических площадках родители могут получить профессиональные советы педагогов, психологов, священнослужителей и задать вопросы о воспитании детей с учетом их индивидуальных особенностей. У нас есть замечательное слово, еще одно священное слово – это «отечество». И «отечество» в любом случае от слова «отец». Если мы говорим про отца, то вообще, скажем, ребенок, он должен понимать вообще в полной мере ответственность взаимоотношений с своим отцом. И если уже говорить про семью, я вообще обеими руками за то, чтобы семьи были полные. Чтобы повысить статус отцов в современных семьях, в прошлом году указом президента России Владимира Путина установлен День отца. Праздник отмечают каждое 3 воскресенье октября. В Самарской области с 2007 года лучших пап награждают знаком общественного признания во славу отцовства. За 16 лет его вручили 524 отцам. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.